Okay, Sam. То же самое. Kids. Дети. Center. Ту center. Кто в центре? Ту. Ни, сан, чи, го. Пять. Okay. Now. Теперь. Possible counter. Возможно, контакт? Контратак. Контратак. Возможно, контратаковать. But not always. Но не всегда. And don't forget, he's good. Не забываем, кто бы. So, like this, you. Like this. Ты, вы. Like that. Like this. Бык, да, базарь, двумя руками. Like this. Hey! Maybe me, Yakutsuki, but me, then. Может быть, он, конечно, попал, я бы закнул. Okay, me, you go. But да, он получил балл, но... So now, counter, come. Side. Он должен контратаковать в ближнюю сторону. Эскип. Come. Эскип. Ура. Come. Для скорости. Avec des jeux, ça marche toujours très bien. В играх это вообще очень здорово идет.
Parce que tout le monde aime les jeux. Потому что все любят люди игры. Les petits comme les grands. И большие, и взрослые. Donc, je vais le montrer avec les petits. Pourquoi tu n'appuies sur maléfique? 1, 2, 3, 4, 5. Tu montres une chaise. Ok. You, there. Donc, stop. 1, 2, 3, 4, like this. One leg. Одна нога. Like this. Вот так. Okay. One, two, three, four. You here. И здесь. You attack. Ты атакуешь. You defense. Вы защищаете. This он chief. Chef. Он главный. Начальник. Lui, il veut attaquer chef. Он, ты атакуешь его. Eux, c'est le mur. Они стена. Là, comme le mur de Berlin. Comme tu veux. Как ты хочешь. Possible. Shoot. Possible. Arrête. Touch. Touché. Gagnant. Затронулся, выиграл. And you. Просто можно затронуть. Vous. Not grave. Вы не хватаете. У вас руки. Yeah. Like this, okay. Only one leg. Все время одна нога. Ready? Готов? Et toi? Toi, tu touches moi. Ты второй, зато всего. Allez! Protector! Okay, bien? Yeah. Вот защитники. Donc lui, il peut bouger autour. Я не знаю, что same comme comité. Так же, как спальня. You there, me there. You there, me there. Okay? Comme comité. Как спальня. Attack, defense. За кучу он защищается. Аниме. Я уже там поменял не флешку, а поменял карту. Да, теперь по свою память заполняю. Понял, да, надо забыть, как бы обрезать почему. То есть за всем я, в принципе, следил, и в кадре он попадал, то есть упражнение показывал, все хорошо. Да-да, ну там еще много объясняет, еще подсказки, такие мелочи вылезают, которые я могу на общий уровень, не успеваю всегда на общий уровень привести. Ну, я понимаю. Ну, да, некоторые моменты действительно, они не уловились там. Но с того ракурса лучше, чем отсюда, потому что как бы мы здесь не двигались на плоскости, он закрывается постоянно очень большой толпой. Ну, везде плюс-минус, это есть такое. Может, ну, лучше главное, чтобы он был в кадре. В принципе, еще слышно, меня оттуда может не слышно быть. А вот это вот уже, а да. А это гораздо важнее, потому что мне замечание идет в прошлой записи, что меня не слышно сегодня. Ну, смею предположить, что вас так и так вообще не особо слышно. Я вас не особо слышу. Да, понял.
Но, в принципе, вы стали переводить намного лучше. Ну, в смысле, теперь... А он по-английски говорит половину? Ну, по-английски, по-французски. Вот, а вы, мне вот видите, вы учите английский так постепенно. Ну, да. Ну, опять же, я знаю, завтра к концу кого провожать, я вообще как хочешь сам. А уже и не нужно будет. Ну да, а будет и не нужно, то есть я уже всекаю. Мы уже немедленно въезжаем, видать. Не, на самом деле достаточно быстро, просто времени на самом деле очень мало. Переводчица приходит, переводит сразу в лёд. Ну, потому что она на этом специализируется. Вы, я 9 лет вообще учу язык. Вы учили, но вы специализировались на переводчике-то? Это ведь тоже практика? Ну, это да. Так же, как и тренировки, карате и все прочее. Les exercices pour les enfants pour 609 ans. 609 ans, oui. 609 ans, oui. Il y a beaucoup de temps pour nous qui visiter notre semaine. Ça dépend du niveau du petit. C'est à tour niveau moyen. Mais ce qu'on a fait ici était très bien pour eux. Tout ce que nous avons fait, c'est très bien. Ah, подойдет. Для детей подойдет. Да, для них, je покажу. Для них. Ce qu'on a fait aujourd'hui, moi je le fais dans mon école. On dit autant super, on dit autant super, là, dites-moi, t'as dit pas de personne. C'est de la mitraille, je crois. C'est tout. Y a-t-il, toi aussi, des questions à poser? Moi aussi, il y a tout ça. Moi aussi, les gens qui ont des problèmes avec les genoux, et y a-t-il des prophylactiques, y a-t-il des voies de la défense de... Le problème, c'est que le genou... Le problème, c'est que le genou... Si on est blessé le genou, on a mal entraîné avant. Очень тяжело тренироваться. Bon, c'est à cause des impacts. Все время будет на давление. Parce que avant, on s'entraînait sur le parquet, on s'entraînait sur le béton. Да, у многих раньше то, что раньше тренировались на бетоне, на чехлах. Очень статичные нагрузки на колени. И que il fallait s'entraîner. Тренироваться на мускулатуру. Revenir en arrière, c'est difficile pour le genou. И вернуться обратно к этому очень сложно. Mais on peut, avec des exercices plus souples, faire que le genou a moins mal.
Ну, надо подбирать те упражнения, которые для предохранения боли, упражнения, которые менее больно. Faire de la pliométrie, mais relax, c'est pas mauvais. Делать плиометрию, но больше расслабление, но с расслаблением. Donc faire, par exemple. C'est mauvais? C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, значит, с расслаблением. Donc faire, exemple, faire mouvement comme ça, ça c'est très bon pour les genoux. Du moment qu'on fait pas, ça c'est mauvais. Вот это вот так плохо, а перед этим вот так более упрощенно, проще. Mais par contre faire. Ça c'est bon. Ça c'est bon. То есть вот так вот, а вот слишком... Parce que le genou, il fait juste ça. Il fait... Ça. Он что, короче, скажите, делать предыдущие. Dès que je vais faire ça, ça c'est mauvais. Когда вы слишком загружаете колени, уже это тяжело, это плохо. C'est pour ça que l'exercice que il m'a montré pour le téléphone, а, хорошо, сэр. Ну, мы там с Романом просто как в ресторане бегали, показал упражнение свое, вот он слишком садился, выходил. Да-да, то есть он говорит, что он считает, что это не очень хорошо. Dès que l'angle fait pratiquement 90 degrés, c'est mort. Потому что, когда очень высокий, большой угол сгибания колени, большая нагрузка идет на колени. Нет, а именно для профилактики, для восстановления. Pour que la relaxation de la genou. Pour que le genou, tu sais pas, c'est les muscles que tu sais relâcher, pas les genoux. Le genou est une articulation. Он говорит, что колени – это не мускулы, это уже сустав. Le problème, c'est l'arthrose. Проблема – это уже артроз. Et sur l'arthrose, et c'est le mouvement. Et для артроза важно движение. Donc, il doit surtout pas arrêter. Но он должен быть всегда готов остановиться. Donc, il doit faire... Он должен делать... De la natation. Sous natation. Нажать. А, нажать, поплавать. Супле, du vélo. Велосипед. И карате. И после сих чуть-чуть карате. Pas arrêter. И не останавливаться. Si, moi aussi, j'ai un peu de mon genou gauche, un petit peu. Он тоже чувствует на левом колене. Un peu la hanche. И немножко... Et je sens, quand je vais en vacances. И знаю, чувствует каждый раз, когда он в вакансии. Je fais deux semaines pas karaté. Он не делает. Après... Как две недели без карате, да, уже все болит. Donc il faut qu'on reste en mouvement. Il faut qu'on reste. Осталось движение. Нет, переводи. La seule chose qui des fois marche. Единственная вещь, которая два раза у него произошла. On parle pour l'instant. Il y a certaines expériences d'injection. Он несколько раз ему делали инъекции. Mais c'est encore en phase de test. Ну, для этого необходимо. On le fait chez nous en Belgique dans une seule université. У них делается в Бельгии только в одном единственном университете эти вещи. Et ça donne des bons résultats. И это дало хороший результат, но... C'est pas encore légal 100%. Но это не всегда бывает на 100% легально. C'est тест. Это тестовое упражнение, то есть, грубо говоря, на нем эксперимент ставили. Mais je crois que dans 4-5 ans, ça va aller... 4-5 лет, через 4-5 лет это будет, может, нормальное лечение. C'est la régénérescence des tendons. Все, регенерация коленей, это тендон, связка. Которую вызывают. Так, вам merci. Thank you. Thank you. Thank you. Tomorrow, 8h30, c'est ça? Завтра 8:30 тренировка, ребята. Уша! Avec café. Café, training. Тренировка. Ура! Ты что, это тоже снимаешь? Ну, это можно уже не снимать. Уже семинар кончился.